Программа газификации регионов России дает в Мариэл хорошие результаты. Уже сейчас голубое топливо доступно почти 90% жителей республики. Очередной межпоселковый газопровод построен в Горно-Марийском районе. Сейчас к жилым домам проводят разводящие сети. К началу отопительного сезона газ получит население сразу нескольких отдаленных поселений. Новый межпоселковый газопровод высокого давления, введенный в строй в 2020 году в Горно-Марийском районе, построен за счет инвестиций ПАО «Газпром». Созданы все условия для газификации 262 домовладений в отдаленных населенных пунктах. Разводящие сети построены за счет программы Минсельхоза, спецнадбавки и средств местных жителей. В целом в Горно-Марийском районе у нас более такой высокий процент газификации. Я думаю, что с завершением вот этих 5 деревень у нас под 90% уже будет подходить. Ну и, соответственно, есть еще у нас новый план газификации, который будет утверждаться правительством до 31 года. Если будут дополнительно включены будут населенные пункты, мы будем рады. Соответственно, население получит также природный газ. Теперь местным жителям не надо будет беспокоиться о заготовке дров. Все блага современной цивилизации в их домашнем хозяйстве станут нормой. Главное – вовремя платить за потребленный газ и соблюдать правила безопасности. Конечно, тяжело нам и дрова заготавливать, и все. Поэтому мы очень ждем, вот, если в этом году дадут, так мы полный праздник устроим. День деревни, конечно, устроим, сделаем, чтобы все люди знали, веселились. Сейчас специалисты «Газпром» газораспределения Ишкар-Ала продолжают работы по подключению частных домовладений к системе газоснабжения. Отметим, что разводящие сети построены за счет специальной надбавки к тарифу на транспорт газа. Голубое топливо станет отличным подарком к новому отопительному сезону для жителей еще 5 отдаленных поселений Горно-Марийского района.